Ворог вдарив ракетами по Одесі та Харкову. Сенат проголосував допомогу Україні. Ну і, звісно ж, горять НПЗ на території Російської Федерації. 24 квітня, середа, традиційне звернення з військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Розпочнемо з того, що терористи знову ж таки обстріляли і Одесу, і Харків. Написав вже мер міста Харків Ігор Терєхов, що було влучання ракети С-300. Ну і б'ють балістики, і от його повідомлення. Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі попередньої ракети С-300. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Це він писав вночі. Продовжують тероризувати ці міста. Пане Романе, Інститут вивчення війни каже наступне, що росіяни спробують посилити вже негайно удар, допоки не прийшла допомога від наших союзників. Будуть використовувати це окно можливостей максимально, скільки можна. Розумію, що в найближче час підійдуть боєприпаси, підійдуть ракети к ПВО в достатньому кількості, може бути частина зенітно-ракетних комплексів. І от цю неділю по півтори, а тим більше до 7 мая россиянам надо хоть что-то показать перед инаугурацией Путина. 7 мягко перетекающее плавно в 9, то есть к этой дате им надо вишенку на тортике преподнести российскому обществу террористическому. Потому они однозначно сейчас усилят все механизмы террористических атак, режим геноцидный в чистом виде, бьют по жилым районам, по жилым домам, по корпусам, по местам компактного проживания мирного населения. То есть подтверждают еще раз, 649-й раз подтверждают свою террористическую сущность, а мы еще до сих пор их террористами не обозначили. Поэтому в ближайшее время, в ближайшие пару недель надо быть предельно осторожными, режим воздушной тревоги выполнять по полной, то есть по максимально, потому что будут использоваться все средства, которые есть у россиян, для того, чтобы нанести удары. Пане Романе, довгоочікувані удари по нафтопереробній галузі, нафтопереробних заводах Російської Федерації знову відновилися. Про те, що ви і говорили нам своє робити. Що відомо? Міноборони Російської Федерації каже, що збили 8 безпілотників, все позбивали. По кадрах зовсім інакше. Тому що в цієї ночі на 24 квітня було влучання в нафтобазу в Смоленській області і також в нафтопереробний завод в області міста Вороніж. От кадри, бачимо, це от є резервуари з паливом, воно дуже добре палає. Ну і також, я так розумію, що це нафтобаза, ну і також дуже добре палає НПЗ Воронежський. За то время, пока не продолжались удары по НПЗ, россияне создали довольно-таки неплохую систему безопасности НПЗ. Мы им практически дали время. Вмешались американцы с НПЗ, и это, естественно, повлияло на саму оборону. Почему нельзя останавливаться ни в коем случае? Потому что эта война, на всякий прием противник находит противодействие. И вот есть время определенное, когда можно выполнять такого рода задачи, в принципе, беспрепятственно. А сейчас у них есть уже механизмы. Начинает противовоздушная оборона и заканчивает чуть ли не сетками обволакивают НПЗ, такие реперные точки, по которым нужно было бить. И потому россияне уже адаптируются к этому вопросу. И продолжать однозначно надо, не просто продолжать, надо усиливать давление на НПЗ, на нефтебазы российские, но однозначно сначала на НПЗ. Нефтебазы они, в принципе, подождут. Если есть возможность сжечь НПЗ, лучше это сделать. Просто пока спецслужбы, они не вытянут эту задачу. Надо просто понимать, спецслужбы, у них задача точечная. Они не могут масштабировать такого рода удары, а здесь должны быть масштабные удары. У россиян до сотни НПЗ и тысячи, наверное, нефтебаз, которые надо тоже сжечь, не говоря уже о добыче, о перегонке, о терминалах по переброске нефти. То есть целый комплекс мероприятий, это уровень целых видов войск. То есть это не спецслужбы, это должны заниматься военно-воздушные силы. Что такое беспилотник с дальностью там больше 1000 километров? Да это самолет, у него размах крыла должен, чтобы он прошел 1000 километров, у него размах крыла должен быть 6, 7, 8 метров.
А это 9-10 метров размах крыла у истребителя. То есть это, по большому счету, самолет с полным инженерным, с полной инженерной накачкой, который должен обслуживаться, естественно, инженерными частями. А это военно-воздушные силы. То есть давно уже пора, уже говорю, 20-й год уже говорю, надо восстанавливать военно-воздушные силы и как род войск вводить в вид войск ВВС, вводить беспилотные аппараты, которые должны обслуживаться, естественно, инженерно-техническим составом военно-воздушных сил. Спецслужбы, еще раз повторюсь, не потянут эту задачу. Пане Романе, і от видання Forbes каже про далекобійні ракети, ще про них поговоримо, саме про наші. Кажуть про так званий довгий Нептун. От зараз кажуть, що Бекалуч їх виробляє, подовжує, і вони зможуть летіти на 320 орієнтовно кілометрів. Причому вони там удосконалюють головку самонаведення, що дозволить більш точніше бити. Ну і раніше вже відповідне відомство повідомляло, що в десятки разів будуть ці Нептуни збільшені. Наскільки ця ракета справді є такою потужною? І наскільки ми можемо розраховувати на те, що от не чекати атакам прийдуть, не прийдуть, а саме розраховувати на самих себе? Масштабувати треба все, все производство, яке у нас є. Масштабувати, имеется в виду, создавать новые производственные линии. То есть не зацикливаться на одном заводе, на одном производстве, на одной линии. Их надо создавать много в разных местах, понимая, что они могут быть поражены врагом. И это очень важно для того, чтобы потом с нуля опять что-то не начинать. Это называется режим рассредоточения. То есть в гражданский сектор, а это в конце концов часть гражданского сектора, производство как таковое, хоть оно и военное. В гражданский сектор надо также вводить военные понятия и действовать по-военному. У нас вся Украина поле боя, и потому одна из основных механизмов и методов ухода от поражения – это рассредоточение. Чем больше и по разным местам разбросано, тем лучше. Ракета Х-35 – это та ракета, на базе которой построен «Нептун». Х-35 разрабатывалась и производилась, это противокорабельная ракета авиационного базирования, кстати, самолетами с нее, ей работали. То есть дальше ракета Х-35У, она производилась и в украинских предприятиях. В Украине, естественно, на этой базе, на базе этой противокорабельной ракеты Х-35У, система управления, головка самонаведения, двигатель производится. У нас это турбореактивный двигатель, мы можем его производить в достаточных количествах. В принципе, любая ракета, если на пальцах объяснить, просто труба с двигателем, двигатель самолетный на авиационном керосине. Чем больше керосина вы зальете, тем дальше эта ракета долетит. Это головка самонаведения, боевая часть, система управления, двигатель. Вот труба. И дальше надо в эту трубу, допустим, закачать либо больше керосина, значит, ее надо увеличить, либо увеличить боевую часть. Ее также придется увеличивать, сохраняя центровку, систему удержания на потоке, то есть это целый процесс с увеличением, это не так просто, но тем не менее это возможно сделать. Именно по этому пути пошли наши специалисты конструкторского бюро «Луч», которые создали очень хорошую ракету «Нептун», и не просто «Нептун», это уже береговой ракетный комплекс, то есть со стартом с Земли, пусковые установки типа С-300, такие же 4 тубуса, система управления, головка самонаведения своя, то есть полностью практически своя ракета, и ее однозначно можно увеличить, дальность полета этой крылатой ракеты можно увеличивать в зависимости от увеличения ее веса, ну и, естественно, длины. То есть по этому пути дальше движется «Нептун», я думаю, вернее, КБ-луч, я думаю, мы увидим еще в большом количестве. Нептуны уже производятся в 300-километровой дальности, то есть вот именно об этом говорили, что мы в 10 раз можем их увеличить производство, так оно и будет. В этом году мы увидим работу Нептуна в такую масштабную, но дальность 300 километров. Нам надо дальность как минимум от 500 и дальше. А реально, конечно, дотягивать придется наши ракеты до дальности в 2000 километров, чтобы можно было контролировать всю территорию европейской части России. И не просто контролировать, уничтожать. Причем боевая часть должна быть там не 150-300 килограмм, а где-то как минимум в полтонны,
оптимальный вариант тандемное для вскрытия бетонных перекрытий. А это очень важно при уничтожении заводов, потому что беспилотник, допустим, какой бы он ни был хороший и дальний, он не донесет боевую часть и не выполнит задачу ракеты, именно особенно тандемными зарядами. Поэтому здесь есть куда двигаться, КБ лучше занимается этой работой. Пане Романе, якщо говорити от власне ж про допомогу, нарешті цієї ночі Сенат проголосував допомогу Україні. 78 сенаторів відповіли так, 18 проти. Бо Джо Байден сказав, що вже в середу підпише цей законопроект. Ну і Володимир Зеленський подякував за цю допомогу. За повідомленням CNN, це буде пакет у понад 1 мільярд доларів. Він буде швидше, ніж всі очікували, тому що начебто вся зброя зберігається в Польщі та Німеччині. Тобто він дуже швидко прийде і от вже буквально от-от має бути в Україні. І кажуть, що там будуть ті ракети «Етекамс» на 300 кілометрів. Все, что нам надо, расходники, которые нужны в первую очередь, они действительно есть в Польше, в Германии. Я думаю, сегодня будет подписан законопроект Белым домом. И буквально на выходных мы уже можем первую партию увидеть, выполняющие боевые задачи. Первое, однозначно, это боеприпасы. То есть того, чего нам не хватает, 155-й боеприпас, вот в первых партиях он зайдет. Ну а дальше, конечно, подтянутся ракеты. Ракеты ПВОшные для зенитно-ракетных комплексов. Ну и, естественно, ракеты. Есть вопрос в том, что могут поставить и атакамцы в том числе. Вопрос, 300-километровые ли? Скорее всего, эта ракета будет М-39, ну, по крайней мере, на старте 100-мильная, которую мы уже работали этой ракетой, то есть мы можем очень быстро включиться в выполнение боевых задач. Хотя хотелось бы увидеть ракету М-39А1, это кассетная с дальностью 300 километров, М-57, это ракета с фугасным зарядом, ну, причем довольно-таки тяжелым, там 225 килограмм. И ракету М-39А3, это уже бетонобойка, так называют. Потому я думаю, если эти модификации ракет будут заказаны, и мы их получим, то работа по Крыму и Керченскому мосту будет таким подтверждением получения этих ракет. Ну і, до речі, про допомогу. Активізація Європи очевидна. За пакетом допомоги від Сполучених Штатів Америки передають західні видання, що Європа до кінця травня, країни всі погодилися надати допомогу. Про це Борель казав, про ініціативу Петера Павла з Чехії. Будуть снаряди, ракети до ППО. І останнє повідомлення від Міноборони Франції. Пане Романе, що Франція у новому пакеті допомоги передасть Україні ракети Астер-30 до СМПТІ. Це аналоги Петрі. Тобто вони можуть працювати і з балістикою, правильно ж? Да, это хорошая ракета, авиационная ракета Астер-30. Ее в основном использовали французские самолеты. То есть воздух-воздух ракета, ее приземлили, создали толковый зенитно-ракетный комплекс с ускорителем, то есть ракете придали ускоритель стартовый, который разгоняет ее до сверхзвуковых скоростей, поднимает на высоту заданную, и создали СМПТ. То есть этот комплекс работает и против аэроцелей, и против баллистических целей. Причем есть ракета очень интересная, с дальностью примерно 300 километров СМПТ. Основные ракеты Астер-30 идут на дальность 100-120 километров, но французы с итальянцами создали ракету, то есть, скорее всего, это пороховой ускоритель, разгонный блок, который разгоняет ракету и забрасывает ее на 300 и 300, и больше 300 километров. Это, кстати, один из вариантов, чем могли сбивать и А-50, и тот же Ту-22М3. Это могла быть вот как раз вот эта модифицированная ракета Астер-30 под СМТ. Потому, естественно, у нас идет расход этих ракет, и это одна из задач получать, и в том числе и эти ракеты. В зенитно-ракетные комплексы у нас идут ракеты ПАК-2, ПАК-3 под Патриот, ракета Астер-30 под СМТ, ракета М-120 тоже авиационная под НАСАМС, и ракета Айрис-Ті тоже авиационная под Айрис-Ті СЛР. То есть вот такой спектр ракет.
До речі, ви згадали про ПАК-3. Є вже повідомлення офіційно, що Іспанія вироблятиме запчастини для ракет Patriot. Підписали відповідне угоду. Це Lockheed Martin і група Oesia. Вони ще раніше це підписали, але вони будуть якраз робити елементи до ракети ПАК-3. Тобто, я так розумію, що в цих критичних і дуже потрібних ракетах не мали б виникнути гострі проблеми в майбутньому. Не только Испания. Понятно, что основная беда – это как раз баллистические ракеты. Почему? Потому что крылатые ракеты или аэроцели, по крайней мере, может сбивать еще и авиация. То есть особенно плюсом боевой радиус самолетов. Но самолеты не могут работать по баллистическим целям, и потому против баллистических ракет нужны противобаллистические ракеты, которые выпускает, в том числе пытается выпустить Испания. Но здесь можно больше сказать. Дело в том, что наши производители сейчас ведут переговоры с компаниями, которые производят Patriot. Причем не просто ведут, а уже готовятся производить отдельные части Patriot у себя. Я не удивлюсь, если это тоже будут ракеты. Почему? Потому что, ну, Украина – это ракетная страна. У нас производство на наших заводах в свое время производились ракеты и межконтинентальные в том числе. То есть для нас, по большому счету, производить ракеты – это, ну, все равно, что, пусть буду сейчас, может быть, образно говорить, но все равно, что пшеницу сеять – это наше. Это как раз вот то производство, которое мы однозначно можем освоить. А так как Patriot это зенитно-ракетный комплекс, который производят несколько компаний. То есть каждая компания производит свой определенный узел этого Patriot. Кто-то производит пусковую, кто-то производит ракету, кто-то производит систему управления. Это все разные компании. Потом единая их уже собирает и продает Patriot уже по всему миру. Так вот, частью системы на производство Patriot могут стать и наши компании. Сейчас эти переговоры ведутся по такой же самой схеме, как испанские компании, которые пытаются сейчас производить ракету ПАК-3 противобаллистическую. Пане Романе, зараз пройдемося по фронту, але хотів би нагадати нашим глядачам, що ми продовжимо частину збору для 24-ї бригади імені Данила Галицького, президентської бригади, відповідно для засобів РЕП та FPV-дронів. Ми прекрасно розуміємо, наскільки це важливі речі. Давайте ми з вами закриємо цю частину збору, аби передати нашим героям все, що їм необхідно. Ви дуже молодці, лишилася ще маленька частина, аби дозбирати. По фронту, пане Романе, є хороші новини. В першу чергу хотів би згадати саме Серебрянське лісництво. Хто не знає з нас глядачів, це Лиманський напрямок, це між Креміною, Білогорівкою. Ось знаходиться це лісництво. Що повідомляють наші хлопці? Що їм вдалося частину цього лісництва взяти під свій контроль і вибити ворога. І кажуть, що це зовсім було неочікувано для окупантів, і вони не знали, що відбувається. Общее направление движения у россиян с этого плацдарма в сторону Лимана, на Торское. То есть от Кременной на Торское, на Лиман. Да, вот это движение по северу, там где-то до уровня Макеевки, Луганской Макеевки по северу. А по югу вот движение на Торское, на Терны в том числе, это чуть севернее. Потому южное направление для нас важно, так как любое движение россиян на запад, мы с юга начинаем поддавливать этот так называемый фланговый удар. И вот Серебрянское лесничество – это как раз вот этот фланг, левый фланг от россиян, на который мы тут же давим. Нам удобно это делать. Основная база у нас в Белогоровке. Это вот как раз Белогоровский выступ, так называемый, который постоянно россияне пытаются как-то срезать. Но тут мы идем иногда контратаку и как раз бьем им во фланг. Вот эти движения, это так называемые тактические операции, которые проводятся командирами оперативного уровня, исходя из той информации тактической, которая складывается на поле боя. Потому в очередной раз мы просто их поймали, россиян поймали на определенных действиях, не дав им возможности развить какие-то наступательные действия. Лимана от Кременной. Окрім цього, пане Романе, один з найгарячіших напрямків, звісно ж, це є часів Яр,
і в районі Іванівського. Що кажуть наші бійці? Нацгвардійці, верніше, воїни 92-ї бригади, вони продемонстрували це в себе в телеграм-каналі. Показувати ми цього не можемо з етичних міркувань. Верніше, з етичних міркувань Ютуба ми то би все показали, як нищиться ворог. Але кажуть наступне, що нам вдалося вибити, зачистити і просунутися на південь від Іванівське. А Іванівське – це важливий, я так розумію, населений пункт, тому що він безпосередньо є по трасі життя, яка оминає і Часів Яр по півдню. Ми за 92-ю бригаду неоднократно вже говорили, там служать в цій бригаді. Літають партизани з 14-го года, ще донецькі, з якими починали партизанити ще тоді. Так от, часть ребят іменно в 92-й, чому я неоднократно об этом говорю, така літерна для мене бригада, создали там центр, рекрутинговый центр, вот именно там, где он должен быть, не в, при ТЦК или там при каких-то сервисных центрах, именно рекрутинговый центр должен быть в бригаде, вот в 92-й бригаде он создан, есть такие рекрутинговые центры в Кракене, есть в Тройке, в Третьей штурмовой, есть в Давинчи, то есть часть, это уже именно эта правильная тема по рекрутинговым центрам, она начала уже распространяться по бригадам. 92-я бригада стоит на этом направлении, в принципе, она стоит на всем Луганском, то есть Луганском, Донецком фронте, то есть и, ну, в том числе и в районе Часов Яра. Летают несколько подразделений, вот одно из подразделений, код 9-2, которое, в принципе, может сейчас принимать рекрутеров, то есть если есть у кого желание, звоните в рекрутинговый центр 92-й бригады, запрашивайтесь в код 9-2, научат летать и будете выполнять боевые задачи, как хлопцы их выполняют уже 10 лет с 14-го года воюют. То есть это направление одно из основных, там еще есть серьезный батальон тоже беспилотников, это я все о беспилотниках говорю, полеты понятно, о беспилотниках, батальон «Ахиллес», тоже 92-я бригада, тоже знаменитый батальон, потому и туда нужны сейчас операторы дронов, пришло очень много дронов, сейчас как раз то, что мы и говорили, недостатка в дронах нет, сейчас есть больше недостаток как раз в обученных дроноводах, как это хлопцы говорят, то есть в операторах дронов, они и научат, у них хорошие инструктора, они хорошо выполняют эту задачу, научат летать, и на дальностях 8-12 километров будете выполнять боевые задачи уже в составе 92-й бригады, еще раз повторюсь, у кого есть какое желание. Направление – это одно из основных, то есть сейчас Часов Яр для россиян – это такая реперная точка, та вишенка на тортике, которую, ну, пытаются подарить Путину на инаугурацию, на 7 мая. Потому в ближайшие две недели они будут двигаться по этому направлению. У нас есть механизмы противодействия. Есть они, Часов Яре тоже есть, даже еще не подошла помощь, но вот механизмы, допустим, именно с помощью дронов мы их останавливаем, иногда по некоторым позициям отбрасываем обратно уже с участием наземных частей. Россияне очень много теряют в районе Часов Яра личного состава и техники, хотя они и много здесь собрали. То есть где-то около дивизии, это минимум дивизия здесь развернута, несколько бригад, больше 20 тысяч российских террористов вот пытаются, причем это линейные российские части, это десантура, она полностью укомплектована железом, боеприпасами и с поддержкой авиации. То есть тяжелое направление, но мы удерживаем. Вот вы вспомните, недели назад, месяцы назад уже все пропальщики рассказывали, что все, уже ушли, уже пропали, уже убежали из Часов Яра. Стояли, стоим и стоять будем, наш город. Пане Романе, до речі, про надання нам допомоги. Ми вчора з вами згадували, що США, ну, не тиснуть, а спонукають, і наші союзники, для того, аби Греція передала нам Patriot. І от вже Ллойд Остін поговорив з своїм колегою грецьким щодо допомоги Україні. Він там офіційно подякував за те, що вони регулярно допомагають Україні. Я так розумію, що Греція буде також та країна, яка надасть нам частину якусь, так, або може установки, або якийсь комплекс Patriot, тому що загалом в Греції є 6 комплексів, якщо не помиляюсь, десь орієнтовно 18 пускових установок.
Ну, как минимум два комплекса пытается Германия получить для нас от Греции. Там есть механизмы, мы с вами говорили недавно, там есть механизмы, как, во-первых, обеспечить безопасность неба над Грецией. Ну, в основном у греков есть вопросы с турками, то есть, и это не военные могут быть механизмы, хватит, допустим, я думаю, переговоров между американцами и Эрдоганом, турками, о том, чтобы обеспечить безопасность греческого неба. Вопрос этот будет решен. Вопрос финансирования тоже, я думаю, будет решен. Греки могут передачу этих патриотов зачесть там за какие-нибудь взносы в Евросоюз. Но это надо проводить определенные мероприятия. И думаю, этот тоже вопрос может быть решен. Греция и Испания. То есть вот два государства, которые могут как минимум по два комплекса нам передать. Еще два комплекса Германия найдет. Пане Романе, і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що його країна перекидає в Польщу літаки «Тайфуни». І також до навчань буде перекинуто 16 тисяч британських солдатів. Ну, це потужна така кількість. І ще ці літаки, ну, тобто Сунак загалом сказав, що ми завжди друзі, ми завжди союзники з Польщею, і ми знаємо, що це окремо для нас, для України хороші союзники. Загалом таке ці от винищувачі на нас на кордоні і війська можуть якось, принаймні, психологічно впливати на росіян? Проходят учения, до конца мая будут проходить учения в Польше, как раз вот эти 16 тысяч англичан, которые будут расположены в Польше, они, в принципе, могут там и остаться. Либо вплоть до того, не исключая варианта того, что если будет принято решение, то и у нас на каких-то базах часть этих военнослужащих будет размещена. Но это уже такой дальний механизм, но тем не менее. Когда идет такая переброска, это очень много военнослужащих. 16 тысяч – это серьезно, это корпус практически перебрасывается, плюс авиационные компоненты. Это еврофайтеры. «Тайфун», «Еврофайтер» – это основной самолет европейский, который производят несколько стран в Европе. Очень хорошая машина. Два двигателя, 16 тонн веса, 7,5 тонн берет полезные нагрузки, 13 точек подвески, то есть это, ну, серьезная платформа четвертого, правда, поколения, это, конечно, не пятое поколение, четвертое, лучше, на голову лучше того же F-16, в этом смысле, за счет особенно авионики, точек подвески, веса в полтора раза боевая нагрузка увеличена. То есть, по большому счету, конечно, это машина, которая будет располагаться, допустим, недалеко от наших кордонов. Если будет принято решение, допустим, об выполнении боевых задач, в том числе и в нашем воздушном пространстве на западе страны, то они могут также помочь. Ну, это серьезное подспорье. Давление на россиян вряд ли, но они окажут какое-то там психологическое. Скорее всего, больше нам это, для нас это стабилизационные некоторые механизмы, потому что последнее время слишком много ИПСО направлено как раз на раскачивание ситуации в Украине, в том числе на давление на общество, в которое включены и некоторые внутриукраинские силы. То есть вот такая стабилизационные моменты, вот расположение французов на тех же румынских базах, на авиационных, в том числе там авиация садится французская, расположение авиации в Великобритании, в Польше, у них очень давние связи, реальные, то есть еще больше, примерно сотню лет они завязаны и на военную помощь друг другу, на политическую, на геополитическую. То есть Польша, в принципе, нам тоже надо такие же связи примерно с Великобританией. То есть британская корона уже неоднократно доказывала свое участие и слово свое, которое она дает, она всегда держит. Это в этом смысле не американцы. І на завершення, пане Романе, в Російській Федерації стало відомо, затримали заступника Шойгу. Підозрюють у хабарі. Мова йдеться про Тимура Іванова. Він працював в Міноборони 16-го року, відповідав і очолював оборону
бут, ми розуміємо, це і оборонні якісь, напевно, фортифікаційні речі, і також за так зване відновлення Маріуполя. Ну, така в топ-посада як для затримання, і, очевидно, не все добре, якщо затримують, офіційно усувають таких людей. Це буквально права рука Шойгу. Тобто це не просто там зам или еще, то есть это карман Шойгу, можно даже так сказать. Потому если начали уже принимать такого рода управленцев, казнокрадов, а там все казнокрады, если уже к казне подобрался, так уже однозначно в России казнокрад, но это их проблемы, пусть они сами с ними разбираются, но это, скорее всего, именно движение в сторону Шойгу. Я думаю, этого оленевода, скорее всего, будут менять. А для этого надо достаточное основание. Вот одно из оснований – это вот арест его зама, который отвечал как раз за серьезные потоки, денежные потоки, это сотни миллиардов российских рублей. Пане Романе, дякую за це звернення. Нагадаю нашим глядачам, 24 квітня, середа, традиційно підписуємось, обов'язково коментуємо і ділимось нашим, ставимо лайки, ділимося нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.